1 августа в России вступил в силу так называемый закон против пиратства в интернете, который позволяет блокировать сайты и интернет-страницы за нелегальное размещение видео, фильмов и ссылок на них. Об этом речь шла уже давно. Вышли как раз с инициативой о том, чтобы принять меры для того, чтобы и в интернете можно было ограничивать использование авторской продукции. Алгоритм действия, он примерно тот же самый, как и с реестром запрещенных сайтов. Реестр будет вестись только в Москве, и все судебные решения будут приниматься только в Мосгорсуде. Там создали специальный судебский отдел, где...